был бдительный Жейди. Карпин. Пас на левый фланг. Сычев. Хорошо принял мяч. Идет по блоку, и судья показывает на 11-метровую отметку. Дебют Сычева. Дебют Сычева. И выбор Олега Романцева и замена, которую сделал наш тренер, оправдывает себя на 100%. Без колебаний. Посмотрите, вот Сычев поборолся. Да, вверху трудно бороться с Жиди, у которого такой рост. Но внизу, внизу тут все козыри у Сычева. И он использует свои козыри. Вынуждает хоккейным приемом остановить себя. Угла штрафной площади. Бесспорный пенальти. Молодец, Прендергаст. Валерий Карпин. И Али Бумнежель. Затих стадион. Гол! В тот же самый угол. Никаких шансов к Тунису. Никаких шансов у вратаря наших соперников. Валерий Карпин. Счет становится 2-0 в нашу пользу. И мы сразу вспоминаем, как, спасая свою команду во вратарской площадке, рискуя получить травму, и очень серьезную травму, Карпин выбил мяч головой. И вот, когда ему предоставилась возможность удвоить счет с 11-метровой отметки, использовал и этот шанс.